Друзья, а сегодня у нас с вами интересная задача готовить на гриле. Многие меня спрашивают, что это за коробка, которая висит сзади на лодке. Может, какая-то спутниковая тарелка? Нет, это гриль. Вот. Он открывается, закрывается, и сегодня здесь мы будем готовить рыбу. Рыбу на гриле. Вот такой у нас гриль. Это гриль фирмы Magma. Ап. Внутри решеточка. Крышечка закрывается. Ну, в общем, как для гриля, ничего особенного. Единственное, что я, наверное, расскажу вам об этом гриле, это способ его подключения к газовому баллону, потому что на лодке это есть определенная специфика. Здесь находится регулятор высокого давления, то есть он подключен к газовому баллону. Вот такие газовые баллоны Campingaz мы используем. Это французские баллоны, то есть французская система закрутки. Закручивается на баллон, откручивается вентиль. В общем, ничего нового в плане газовых баллонов нету. Мы используем большие, есть переносные маленькие. Ставится он очень просто. Вставляется и проворачивается. Все. Вот это то, что он вот так болтается, это абсолютно нормально, потому что весь газ идет по трубке кверху и загорается здесь. Ручка поворачивается, открывается, закрывается. Этим мы регулируем огонь внутри гриля. Раньше вот в этот вентиль подключался похожий регулятор, только он шел вместе с регулятором высокого давления, накручивался такой вот круглый баллон, и его хватало, ну, я не знаю, там на 10 раз, на 7 раз приготовить гриль, если недолго. Но таких баллонов Campingaz мы найти не смогли, поэтому мы переделали всю систему на подключение к большим баллонам. У нас есть несколько регуляторов, такой один, и потом шланги, и несколько регуляторов, которые накручиваются на шланги под разные баллоны, поэтому мы можем подключать и американскую систему, и европейскую. Открываем газ, зажигаем, затем у нас должна быть такой такая штучка металлическая, такой металлический грибок, но мы его утопили, поэтому пользуемся из кастрюли, которую я сделал своими вот этими руками. Решеточка, которую мы неоднократно топили. Закрываем пару минут и ждем. А сейчас пока я приготовлю рыбу. Я попросил Ису принести мне, как эта рыба называлась? Я попросил Ису привезти сардин. И он сказал, что вот это сардины. Но, как по мне, это далеко не сардины. Ну, не важно. Сейчас мы из нее будем делать красоту. Прикол в том, что эту рыбу нам уже даже почистили. Поэтому все, что нам нужно сделать, это... Ой, чуть-чуть перца, чуть-чуть соли. И... Не знаю, как это получится. Короче, делаем это вот так вот с рыбой. Большая соль. Немножко перца и розмарин. И самое важное, полить это все немножечко лимонным соком. И это лайм. Лайм. А теперь мы делаем это же со всеми рыбами и будем класть их на гриль. Вот у нас какие красивые рыбки. Сейчас мы делаем маленький огонь. И просто их выкладываем на мангал. Так четко вошли. Ну, вот такая у нас красота. Сейчас жарится. Закрываем и ждем. Вот они, вот они. Сейчас я их перевернул. Ну, пускай еще чуть-чуть пожарятся и готовы. Готово. Мангал выключаем. И начинаем забирать все то,
что наготовилось. Да, неплохая. Но я надеюсь, еще вкусная. Я когда-то уже такую ел. Она вроде была очень и очень и очень. После этого всего самая прикольная часть – это мыть мангал. А пока сервируем стол, бокальчик вина. У нас вечер, закат. Это у нас Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc – продукт Южной Африки. Не знаю, сейчас будем пробовать, что это за вино. Стоит это вино 10 баксов, может 12, я уже не помню. Не принципиально. Итак, сейчас, момент. Пахнет неплохо. Нормально. Ну что, пробуем эту рыбу, которую Иса принес вместо сардин. Она реально похожа на сардины. Класс. Класс, вкусно.